Команда «Феникс» снова показала высокий результат. Баскетболистки Кинешемской школы номер 18 стали серебряными призерами международного фестиваля школьного спорта среди государств-участников СНГ. Турнир завершился в Казани. В соревнованиях по 8 видам спорта приняли участие более 500 спортсменов из 11 стран. Россию на соревнованиях по баскетболу 3-3 среди девушек представляли всего две команды из Кинешмы и Казани. В финале девочки уступили 2 очка спортсменкам из Татарстана. Таким образом, сразу 2 медали остались в копилке нашей сборной. Вначале в группе наша команда успешно обыграла команду из Молдавии, из Казахстана, уступила хозяевам в подгруппе, но вышла в полуфинал. В полуфинале вновь соперниками нашей команды были девочки из Казахстана, школьницы. Там кинешемки выиграли 13-5, уверенная победа. И в финале только 2 очка на последних минутах уступили хозяевам команде Татарстана.